Приветствую всех подписчиков гостей канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня у меня, друзья, новый проект. Он находится на предстарте. Называется Рефоводка. Это рекламная платформа «Прыжок с 10 рублей». Заработок от 30 тысяч рублей в месяц. Зарегистрируйся и получи бонус 50 рублей на вывод. Мгновенные выплаты без условий и холдов. 1000 рефералов. Любой проект без опыта привлечения. Старт проекта будет 27 числа. Но, тем не менее, уже идут выплаты. Это реферальные начисления. Участников всего 358 человек. Значит, зарегистрировано... Так, до 30 рублей за рефералом. Мгновенные выплаты. Так, и бонус новичкам 50 рублей. Я зарегистрировалась буквально пару минут назад. Уже вот, как я уже сказала, выплаты идут. Это реферальные начисления. Минимальные вложения. Так, проверенный админ. Защита от замены кошельков. Автоматические выплаты. Ну и старт проекта. 100% доступность сайта. Ну, тут защита, как бы 100% гарантия выплат. Ну и здесь описано, как вот работает проект. Это я уже зачитывать не буду. Как бы можно прочесть. И по тарифам. Друзья, смотрите, здесь тариф от 10 рублей на 30 дней. И мы получаем поинтов 1 поинт. И за просмотр реферала также 1 поинт. Срок действия 30 дней. И бонус дается 100 поинтов за 10 рублей. И также реферальное начисление. Здесь 3 уровня партнерки. И мы получаем за 10 рублей 3 рубля от тариф за 10 рублей, покупка тариф за 50 рублей также 3 рубля и за 100 рублей 3 рубля. Вот, цена 10 рублей. Здесь за 50 рублей. Также за просмотр рекламы, то, что мы будем смотреть рекламку, 1 поинт начисления. Также за просмотр реферала 1 поинт. Также срок действия 30 дней. И здесь уже дают 1000 поинтов за 50 рублей. И реферальные начисления уже здесь чуть-чуть побольше. За тариф за 10 рублей 3 рубля, за 50 рублей 15 рублей и за 100 рублей также 15 рублей. Тариф за 100 рублей. Поинтов здесь, конечно, уже 2 поинта. За просмотр реферала также начисляется вам 2 поинта. Срок действия 30 дней и бонус 3000 поинтов. И уже реферальное начисление здесь по 3 рубля. Тариф за 10 рублей 3 рубля. Тариф за 15, за 50 рублей 15 рублей. И тариф за 100 рублей 30 рублей. Вот. Ну, здесь уже идут отзывы. Регистрация, друзья, наипростейшая. Прописывайте email-адрес, пароль, повтор пароля. Прописывайте обязательно Pair кошелек, кликаем зарегистрироваться и как бы уже попадаем в кабинет. Я еще ничего не делала, как я сказала, я буквально пару минут зарегистрировалась. Смотрите, попадаем сразу в мой профиль. Значит, бонус 50 рублей. Кликаем «Забрать бонус». Так, что у нас? Так, вот мой бонус 50 рублей. Здесь вывести нам не, как бы не вывести, так как минимальный вывод здесь от 100 рублей. Так, сразу на что здесь? Так, бесплатная реклама социальной сети. Дарим 50 рублей за регистрацию. Форум по заработку на бонусах. Ну, здесь это все можно прочесть. Так.
Что у нас? Вот здесь тоже идет рекламка. Также телеграм-канал у них есть. И что у нас? Так, мой профиль. Просмотр рекламы. Так, добавить рекламу, мои рефералы. Кликаем. Здесь пока пусто. Так, калькулятор дохода, промо-материалы. Много вот баннеров таких всевозможных. Так, возвращаюсь. Мой профиль. Что я хочу, друзья? Находится партнерская ссылочка. Значит, мне еще все по нулям. И я хочу, прежде чем просматривать рекламку, приобрести тариф. Буду я, значит, 10 рублей, 50 рублей, 100 рублей. Друзья, с 10 рублей, чтобы... Ну, рефералы всем нужны, так как это онлайн-бизнес, и без рефералов нам не обойтись. Я хочу взять вот за 100 рублей на 30 дней. Как это делается? Кликаю тариф за 100 рублей. Меня должно перебросить на Pair. Все верно. Так, рубли. Подтвердить. Все делаю в режиме онлайн. Подтвердить. И вводим код. Окей. Сейчас меня обратно перебросит. Все, теперь вам доступны все операции, тариф 100 рублей. Можете добавить объявление. Давайте добавим объявление. Вы же начинаете с 10 рублей. Так как, да и 100 рублей, друзья, небольшая сумма. Значит, так, добавить рекламу можно здесь. И как я уже меня перебросила, значит, заголовок. И сюда реферальная ссылочка. Я чуть-чуть тут подготовила. Небольшой краткий заголовок. Я буду рекламить букс. Вставляю. Ага. Сильно много. Сейчас я удалю. И сделаю по-другому. Вот так. И реферальную ссылочку копирую. Все довольно-таки просто. Вставляю и кликаю создать. Все, моя рекламка создана. Если же хотите, как, ну вот создала я рекламку, если мне надо будет какой-то другой проект прорекламить, я удаляю вот эту рекламку и прописываю новый заголовок, другую совсем реферальную ссылочку, также кликаю «Создать». Все довольно-таки просто. Здесь будут отображаться переходы по ссылке, баланс поинта у меня уже 2990, так как... Наверное, уже кто-то просмотрел. Давайте-ка обновим страничку и посмотрим. Есть ли просмотр? Пока просмотров нет. Далее, давайте теперь пройдемся. Просмотр рекламы. И здесь у нас идут просмотры рекламки. Давайте кликаем. Так, перейти на сайт. И ждем вот здесь таймер. Ждем 10 секунд. Идет таймер.
Все, просмотр засчитан. Таким вот образом мы будем просматривать рекламку, и мне будет идти 2 поинта за просмотр рекламки. Добавить рекламку я вам показала, мои рефералы я вам показала. Здесь калькулятор дохода, промо-материалы я вам показала. Здесь частые вопросы, то есть можно почитать правила и выход. Далее возвращаюсь в мой профиль. Теперь что? Бонус у меня. Так, забрать бонус. Я кликала и что-то... Вот. Ну, вроде как забрала. Значит, тариф за 100 рублей до 25.07. Закончится у меня срок действия. Здесь кликаю «Продолжить» и продлеваю как бы тариф свой. И вот мои поинты просмотров. Пока у меня по нулям. Ну и здесь тарифы я вам показала. Вот такая вот рекламная платформа. Кому интересно, заходим, рекламим свои проекты, зарабатываем. И реферальные начисления, друзья, идут прямо на Payeer кошелек. В кабинете они не отображаются. Так что приглашайте партнеров. Друзья, за 10 рублей, да не вопрос, на 30 дней. И рекламьте вы свои проекты сколько хотите. Конечно, я не могла пройти мимо такого проекта. Я люблю рекламные платформы. И цены здесь, конечно, очень даже неплохие. Ну, в принципе, на этом все. Работайте, зарабатывайте, рекламьте, набирайте себе рефералов. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч!